Девчонкам я еще благодарность говорю. Девчонки, Бог вам дал это талант рисовать. Это ж не каждому дано. Поднимаюсь, говорю, а вы нам-то нарисуете? Нарисуем. Вот до третьего, на четвертом нарисовали. Заходишь, и душа радуется. Недели, наверное, 4 или больше. Все красили, мазали. А когда все выкрасили, начали цветочки делать. Все читается. Подъездная галерея радует не только жильцов этого дома. На картины заходят посмотреть и обычные прохожие. В управляющей компании же отмечают, решили превратить подъезд в неувядающий сад в канун своего профессионального праздника, чтобы показать людям, что в ЖКХ тоже есть место творчеству.